Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Столичные парки приглашают москвичей проверить свою физическую подготовку. Как сообщается на сайте мэра Москвы, 7 парков подведомственных городскому департаменту культуры подготовили увлекательные программы для любителей активного отдыха. Москвичи смогут посетить эко-марафон в музее-заповеднике Царицыно, забег-квест в Кузьминках и спортивно-экологические соревнования «Культурный плогинг» в музее-заповеднике Царицыно, а также познакомиться со старинными русскими народными играми в парке «Северная Тушина» и принять участие в эстафетах в парке «Фили». Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают на бег с препятствиями в Измайловском парке и бодибилдинг в Сокольниках. На сайте мэра столицы можно ознакомиться с расписанием и дополнительной информацией о мероприятиях. На этом у меня пока все, а больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!